Давай, наша любимая тема. На огромных экранах такие рекламищи там женского белья. И такие девки в одном белье, в таких тоненьких трусиках и лифчиках. И так, и так, и выгибают, вламываются. Думаю, типа, ой, типа, порнография-то какая-то. Где главное не в том. Иду и смотрю, на такие экраны и слева, и справа, тут. Соблазняют. Да. Иду, смотрю, а потом еще в реале девки ходят такие. И думаю, блин, как классно, что я не женат и не слежу. Можно... невозбранно на это на все смотреть, пялиться, жрать глаза. Главное, это же показывает, оно предназначено, чтобы смотреть. Рекламщики же старались, снимали все это. И экраны, и фотки статичные. Смотри, не хочу. А вот был бы я, допустим, не дай бог, жена, она бы типа, о, бо-бо-бо-бо-бо, нельзя, нельзя на других, ты что, на других девок смотришь? Да, смотрю, и будут, потому что их дофига, их много. Ими им миллион, ими им легион, и нафига, и на экранах, и на фотках, они говорят, посмотри на нас, Серега. И в реале живьем. Я говорю, Серега, посмотри на нас. Вот я, когда какой одной буду девке принадлежать, вот так вот, буду на всех на них пялиться. И возбуждать, и вожделеть, и кайфовать, и жить. Все, я кончил. Ой, наконец-то ты про это сказал.